подмосковная трасса Москва-Рейсвей традиционно в конце весны принимает первый этап соревнований Москва-Классик Гран-при. И на старт выезжает автомобиль иностранного и российского производства, такие как «Жигули», «Волга» и «Москвич». В этом году состязание классических автомобилей превратилось в целый фестиваль скорости. К нам присоединился фестиваль «Мотовернисаж». То есть люди из разных городов в России, ну, центральной части в основном, съехали сюда, живут в палаточном городке. То есть, ну, много. Однако основную свою специфику чемпионат сохраняет год от года. Если выбор пилота падает на представителя классики, добро пожаловать в старые учебники и гараж. Специально возвращаем людей к, ну, к истокам автомобилестроения. Все машины карбюраторные, не инжекторные, без всякого программирования. То есть ты должен иметь, или твои механики, навыки регулировок, там, подгонять распредвалы. Для участия в этом чемпионате недостаточно купить поддержанный автомобиль и придать ему благовидный облик. В любом случае надо сделать помощнее мотор, ну, стандартный мотор, просто сделать его мощнее. Нужны системы безопасности и небольшие работы с подвеской, там, пружина, амортизатор чуть пожестче. Не все заявленные автомобили добрались до старта после тренировок. А были и те, что выдержали гонку, но в падоке ехали уже на буксире. Когда у тебя нет мотора, то стараешься ехать максимально собрано и... Ну, это добавляет определенного драйва, когда ты в поворотах проходишь, а дальше напрямую тебя все объезжают. И ты опять дальше работаешь и стараешься. Второй этап Moscow Classic Grand Prix состоится в конце июня здесь же, на трассе Moscow Raceway.